что, ребята, вот, первый бой провел наш Влад. Сейчас я пытаюсь его найти, попытаюсь взять его пару слов. А вот и он, как говорил, нашел. Ну что, Влад, не смог я покричать хорошо за тебя, снимал. Вот, ну, давай, пару слов о своем бою. Я очень устал и не надеялся, что будет третий раунд. Выдохнул, то есть потратил все силы во втором, а тут лупанули третий, да, раунд? Да. Ну, у меня Саня, спасибо ему, что настроил меня нормально так перед боем. Я очень волновался, что-то. В своем городе Ты, да, волновался, но по итогу ты победил, мы очень за тебя рады. Ты посадил его на жопу. Уставший в третьем раунде, но посадил на попу. Это первый нокдаун в этом. Такой красивый, эффектный. Ну, я думаю, ребята посмотрят. Ну, вообще, в целом, был тяжелый бой. Да? Ну, да. Третий раунд был на стойкость. Да, да. Оба устали. Видно было, что оба еле-еле. На последнем, как будто из последних сил, в общем. Ну ладно, ждем тогда следующего твоего боя. Отлично. Передай привет подписчикам. Всем привет. Подписывайтесь на канал. Ставьте пальцы вверх, да? Все, ребята, следующий бой ждем. Вот идет уже. Идет уже. Влад Барковский, да. Сейчас будем топить за него, потом поговорим с ним. Всем пока. Отлично. Да, не говори.